Да нет, пожалуйста, не понял эти слова. Субординация обязывает. Потому что едем в лучшем автомобиле. В лучшем автомобиле в мире, в своем классе. И, соответственно, на меня... Мне говорили... Я вам потом расскажу, почему я так улыбаюсь. Что ты, Леша, удивишься, когда сядешь на BMW X5. Я действительно удивился. BMW успешно несет пальму лидерства в любых категориях. Либо это копейка, либо это трешки, либо пятерки. Но семерки там вообще без вопросов. Ну и, соответственно, это X5. Дело в том, что когда впервые в жизни, в автомобильной жизни, вышел автомобиль класса Stu, Sport Utility Vehicle, это был BMW X5. Только после этого появились EML-ки, и все остальные подобия, которые, ну, я не знаю, для чего Cayenne созданы, для чего Q7. Рядом с BMW стоять никто не будет. И вот в этом году BMW опередила всех. Это SAV, Sport Active Vehicle. То есть автомобиль предназначен для спорта, для жизни, для получения максимального удовольствия. И все это в сегменте премиум. И все это просто бесподобно. Почему? Потому что сюда вложен труд миллионов людей и миллиарды долларов. Для того, чтобы создать безупречный автомобиль по стилистике, по манере вождения, да по всему. Я прочитал специализированный Талмуд. Так вот я вам расскажу, что над движками здесь колдовали. Мы выбрали сейчас дизельную версию, 3-литровый турбодизель. Нормальный такой автомобильчик. Так вот, крутящий момент 3-литрового двигателя – это 520 ньютонов на метр при 2000 оборотов в минуту. И это для дизеля, соответственно, 250 практически лошадиных сил. И, соответственно, так дизеля не могут ездить, но ездят, заразы. Было бы глупо перечислять там, ну и говорить о климат. Это все есть, конечно, по умолчанию. И BMW с семеркой, заявив систему iDrive, и это вообще космос. Все что угодно, начиная от времени в пути, да любая информация, GPS-навигация, все это есть. Но что меня еще больше всего порадовало, как BMW изменилось. Агрессивный стиль, причем машина кажется более динамичной, более целеустремленной, более скоростной и более компактной, как ни странно. Но дело в том, что автомобиль стал больше предшественника. Что внутри? Внутри все изменилось и нету ощущения, что вы едете, ну, в УАЗике от BMW. Абсолютно все по-другому. Общая тенденция, общая стилистика. Здесь нету практически никакой связи напрямую. Даже гидроусилитель, электрогидроусилитель руля, он компенсирует вам любые моменты. Вы можете ехать медленно, вы можете парковаться, компьютер вам подскажет, выскажет новую траекторию движения. И такого я точно не видел. В зависимости от поворота руля траектория меняется. Вы все знаете. Парктроники, вопросов нет. Отсутствие привязки механической даже в ручнике. Ну, не говоря уже о коробке переключения передач. Для кого эта машина? И вот еще. И мне понравилось проецирование скорости на лобовом стекле. Ну, наконец-таки, yes of course. Осталось камеру ночного видения, и все. Для кого машина? Ну, для людей успешных, без вопросов. В Магнитогорске такие есть. Я прекрасно знаю и дядю Витю, и дядю Женю. И с ними мы выпили и немало. И это просто отличные люди, ну, в быту, по крайней мере. Потому что я их знал в неформальной обстановке. Так вот эти люди выбрали BMW. И менеджмент комбината ездит на BMW. Ну и, соответственно, руководство города тоже выбирает BMW. И я скажу, они правильно делают. Ну и раз мы говорим уже про корпоративные этики, раз город Металлургов настолько успешен, то вам просто необходимо ездить на автомобилях BMW. Да, возможно, кто-то скажет, ну как же так, почему мой подчиненный ездит на BMW? Ну вы же можете взять BMW попроще. Допустим, ваш начальник ездит на BMW X5 с двигателем 4.8. Ну возьми себе 3-литровый турбодизель. Ощущения будут непередаваемые. И не надо заморачиваться о других автомобилях типа сегмента премиум. Вот это сегмент, вот это кайф и вот это стиль жизни. А теперь я сделал то, о чем я мечтал. Автоград меня просил, ну, конечно же, и автопункт, типа, Леша, будь более представительным. Но езди я в BMW, скажу так, а ну их галстуки, а ну их рубашки. Я же за рулем BMW, я имею возможность нажать на газ. И вот это кайф. Эх, BMW, Бэшка, Баян. Да много тех слов, которые хотелось бы сказать в превосходной степени. И это все здесь и в магнитке было, есть и будет в автопункте.